24 случая коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Актюбинской области за минувший понедельник, из них 15 с симптомами болезни и 9 без. В городе Актюбе COVID-19 заболели 17 человек, из них 6 бессимптомно. В Волгинском районе двое больных и по одному больному выявлено в Кабдинском, Угалжарском, Байганинском, Темирском и Хромтауском районах. По состоянию на 17 мая в регионе зарегистрировано 10 493 случая COVID-19, из них 6728 симптомами заболевания. Выздоровели 9051 больной, на домашнем карантине находится 3683 человека, за всеми проводится медицинское наблюдение.